радий вас бачити. Дякую, що запросила на цей круглий стіл. Ну, я не буду повторювати те, що наведено в матеріалах до цього заходу. Дійсно, тенденція змінилася. Наразі у нас йде активний приток вкладів в гривні, в банківську систему. Більш того, змінилися, ну, я вважаю, відбулися структурні перетворення. Якщо проаналізувати, ну, як ми знаємо, осінь – це така пора, коли в нас завжди там вирують якісь там всякі настрої, підбурюючи якимись заявами економістів, журналістів, там, інших спеціалістів. Але якщо ми проаналізуємо минулий рік і вересень-жовтень минулого року і вересень-жовтень цього, у нас є структурна відмінність. І хоча і того, і в той період, і в цей вклади зростали, але в минулого року це зростання було забезпечено виключно вкладами в валюті, то зараз за ці два місяці у нас 92% приросту вкладів банківської системи в системі були забезпечені гривневими вкладами. На мій погляд, це свідчить про те, що змінилися просто не те, що настрої, змінилися позиція вкладника, який зрозумів, що треба рахувати не тільки ці прогнози, а враховувати і різницю між процентними ставками, яка наразі на користь гривні. Більш того, якщо ми проаналізуємо, скільки купувалося валюти за минулий рік, за цей рік, то за 10 місяців, ця інформація наведена, до речі, в матеріалах, то ми побачимо, що якщо на 1 листопада минулого року населення чистий попит був 8,5 мільярдів, то зараз у нас 1,2 мільярди чистий попит. Вот что я не хочу никогда комментировать, это непосредственно как бы наши рейтинги и оценки. Что рейтинг это не просто, скажем так, наших внешних заимствований и внутренних, это в принципе как бы рейтинг кредитной страны в целом, как таковой, который влияет на все. И, конечно, как бы сама ситуация с рейтингом, она как бы на сегодня очень как бы имеет как бы много вопросов для изменений, для развития, потому что когда сам заемщик заказывает рейтинг, сам за него платит, в общей сложности сам получает то, что получает. Поэтому как бы сегодня говорить с точки зрения как бы рейтингов как бы не хочу, да? Но при этом, как бы, когда я встречаюсь в последнее время, непосредственно, как бы, вот, во всяком случае, за последних два месяца, да, интерес в Украине очень большой. Едут со всего мира, да? Притом, когда мы говорим с большими инвестфондами, они абсолютно отвечают на, вы знаете, говорят, рейтинги, это, конечно, хорошо, но у меня управление там сотня миллиардов долларов, как бы я сам принимаю решение с точки зрения покупать или нет. Да, меня чуть-чуть денег, говорят, уменьшилось, потому что есть пенсионные фонды, которые говорят только с классом рейтинга там АА или инвестиционного как бы, класса. Но при этом, говорят, как бы мы сами определяем политику инвестирования и сами отслеживаем каждую страну. На сегодня как бы правильнее и удобнее большому инвестфонду иметь группу аналитиков, которые анализируют страну, приедут, получат ответы на вопросы, вот как мы сейчас с вами, для того, чтобы не было домыслов всяких ненужных, а если еще как бы докладчик или ответчик на вопросы еще как бы ответил, а потом мы находим в открытой, скажем, информации, как на сайте там Министерства финансов, Национального банка или в средствах массовой информации, и мы получаем подтверждение этих слов, соответственно, складывается совершенно другая ситуация, другое отношение непосредственно как бы к заемщику, к стране, как бы, и таким образом выстраивается политика взаимоотношений. Поэтому как бы не хочу комментировать. Я надеюсь, что вот последние понижения или, скажем так, пересмотры, вот так, скажем так, они были действительно последними в сторону как бы вниз, а пойдут только вверх. Потому что как бы если мы не ответим на те вызовы, которые существуют сегодня в целом по финансовой системе, по макроразвитию непосредственно, по бюджетной, по фискальной, по монетарной, по долговой, соответственно, как бы, наверное, как бы чем-то не тем мы занимаемся. Поэтому я буду говорить с точки зрения как раз темы сегодняшнего вопроса, когда я слушаю цифры по банковской системе. С одной стороны, как бы, они очень как бы
радует, потому что действительно, наверное, как бы восстанавливается то, что мы с вами когда встречались год тому назад, говорили, что как бы нет доверия, да? Наверное, доверие восстанавливается, и это хорошо. Но с другой стороны, мы понимаем, что все равно существуют как бы моменты, когда мы должны предложить более широкий спектр непосредственно инструментов для тех же физических лиц.